Далее новости, связанные с COVID-19. Бывший министр образования Леонид Бужор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Заболел он в конце декабря и умер в возрасте 65 лет. Леонид Бужор был депутатом парламента в период с 2005 по 2009 годы от избирательного блока «Демократическая Молдова». Он занимал должность министра образования в правительстве Влада Филата с сентября 2009 по январь 2011 года. Добавим, сегодня Минздрав сообщил, что за последние сутки было подтверждено еще 423 новых случая заражения коронавирусом. Всего в больницах находится 2505 пациентов с диагнозом COVID-19. 245 из них в тяжелом состоянии. 56 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов.